Почаставаться ежей по середневековых рецептах, примерить кольчугу, отримать майстер-класс по этно-танцам и уявить, как жили наши продки. Все это можно было поспробовать сделать на фестивале у Радомлі. На фесте у гостей до Радимичев, який ладился у Чавузьким районе, четвертым разом побывали наши корреспонденты. Лапти мы плетем из липового лыка. Прежде чем начать плести лапти, лыка нужно заготовить. Естественно, заготавливается тогда, когда идет сокодвижение в дереве. Вот так Жанна Журова с Дрыбинского района пляте лапти, сама и иншим показывая, как это робили наши продки. А вот ткачи Могилевского центра народной творчести привезли у гости до Радимичу прототип ткацкого станка 9-го стагодия. Не все девочки могут усиживаться на бердо особенно, потому что должна быть очень большая натяжка. Посмотрите сами, натяжка большая, и обычный поясок должна быть. То есть еще и сила нужна физическая. Физическая, конечно. На свято у Чавузскую Радомлю завітали гости из разных кутков Беларуси. Например, удельники этого клуба исторической реконструкции приехали с Жодина. Так что у глядачов была махчимость поглядеть на викингов не только с кинофильмов, а мальчто на соправных. Мы не только выступаем, мы сражаемся. Сейчас мы показывали постановочные бои, но, как вы видели, что могут быть и травмы. Вот. Но можем и участвовать уже в серьезных боях. Идея представления под назвой «Подороже у сивую даунину» у тым, как знакомить нас со старожитными обрядами наших продков. Так, этим разом удельники театрализованного представления показали и рассказали гостям фестивалю про обряд похования. Уникальный совершенно праздник. Это действительно единственный праздник для Беларуси, потому что здесь возрожден быт 9-11 века. Таких праздников на территории Республики Беларусь нет. Чаузский район, нам очень приятно сюда приезжать, если честно, потому что здесь действительно инициатива поддерживается. У наступном годе плануется сделать фестиваль больше масштабным. Дарья Семенько, Миколай Соболев, новины региона.